26 апреля в Лондоне состоялась совместная встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с членом Палаты общин парламента Великобритании, председателем группы дружбы с Азербайджаном Бобом Блэкманом, членом Палаты лордов, председателем группы лейбористов, друзей Азербайджана лордом Дэвидом Эвансом и членом Палаты общин, заместителем государственного министра по Северной Ирландии Дэвидом Моррисом. На встрече члены британского парламента поздравили главу государства с победой на президентских выборах. Лорд Дэвид Эванс и Дэвид Моррис отметили, что наблюдали за процессом голосования в нашей стране и что выборы были организованы на высоком уровне. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за поздравления. Глава государства сказал, что во время выборов были созданы все условия для свободного, прозрачного и демократичного проведения голосования. На встрече было отмечено, что в Азербайджане обеспечено устойчивое развитие. Кроме того, были обсуждены вопросы сотрудничества с группами дружбы с Азербайджаном, действующими в обеих палатах британского парламента.